Так, звук включен, выключен. Скажите мне, пожалуйста, хорошо ли меня слышно? Плохо ли меня слышно или вообще не слышно? Ждем, пока все потянутся. А я хочу сказать вам, что сегодня у нас будет казино-стрим очередной. Будем с вами крутить и выкручивать интересные и красивые слотики. Так. Будем с вами сегодня разыгрывать промокоды для первых трех зарегистрировавшихся людей, замечательных, по моей ссылочке, которая находится под трансляцией. Так, у нас тут какие-то вроде как неполадки. Что случилось? Что случилось? Сейчас, секунду. Так, короче говоря, вроде бы все нормально. Ничего не понятно, но очень интересно. Сейчас будем крутить, короче. Надо как-то сесть поудобнее, что ли. Сейчас сяду. Пока все равно никого нету, почти 6 человек. Смотрим. Сейчас потянутся люди. Сейчас все подтянутся, короче, подтянутся. Блин, я ж попросила, ё-моё. Чтоб без вот этой вот херни. Чтоб вот без вот этой вот херни. Лучший саппорт, мой прекрасный саппорт. Почему 6 человек? Непонятно, почему так мало. Как говорится, а какого фига тут так мало, дорогие мои друзья? Непонятно. Ничего не понятно, но, как всегда, очень интересно. Так. Сейчас. Покер. Нет, не покер. Все. Продолжаем, короче говоря, крутить, как и в прошлые 3 дня. Будем смотреть, что у нас интересного произошло. Спонсор сегодняшнего стрима – замечательный провайдер Zelvin Casino. И, как я уже сказала, будем сегодня разыгрывать промики. Промики. Будет разыграно 3 промокода для тех, кто зарегистрируется по моей ссылочке, которая указана под трансляцией. Все сами можете посмотреть. Все, последний, короче говоря, последняя проверочка сейчас. Посмотрим, чекнем, и уже все будет понятно. Секунду. Блин, стул скрипит, пипец, конечно. Так, у нас сегодня, как я уже сказала, слотики на повестке дня, прекрасные наши. И мы будем смотреть... Не хочу я пока что ничего чекать, потому что люди не подтянулись. Ждем и будем смотреть, конечно же. Ой, спасибо большое, it's a beautiful life. Ну да, дело в том, что я сейчас прохожу гормонотерапию, пацаны, встретимся в Дискорде, и вообще,
Подписывайтесь на мой инстаграм, пожалуйста. Мне будет приятно, как минимум. Так, почему два человека? Почему два человека? Я не понимаю, почему два? Когда должно быть 122, собственно говоря. Вот. Я уже, как и сказала, я немножко волнуюсь, потому что это мой такой, ну, второй, можно сказать, серьезный стрим, в котором, я надеюсь, не обосрусь. Ну, в общем-то, если что, я сижу в памперсе, поэтому все нормально. Если вам интересно, конечно. Не знаю, для чего вам эта информация. Рад за тебя, что ты наконец-таки принял себя как таким, какой ты есть, а не вот это все. Я тоже очень рад и счастлив, и, в общем-то, и в целом. Хочу сказать, что, ребята, любите себя, пожалуйста, такими, какие вы есть. И такими, какие вы нет, тоже любите. Но лучше любите такими, какие вы есть. Вот. Ой, что ж такое? Кажется, нас кто-то немножечко обманул. Так, я так думаю, что я сегодня сделаю одному хорошему человеку очень интересное предложение, когда он зайдет. Надеюсь. Ну, как бы, посмотрим. Надеюсь, у меня ничего не выпадет сегодня, откуда не надо. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание на дверь. Видите, там Фредди Крюгер стоит. Бойтесь. Это мой модератор. Нет, шучу. Конечно, модератор. У меня прекрасная девушка. Ее зовут Саша. Саша, привет. Поздоровайся, пожалуйста, с нами еще раз со всеми. Так. Буквально одну секундочку. Да. Да, ребята, похорошел Ростов, конечно. Или не похорошел. Ой. Сверкнула нечаянно. Сверкнула. Так, я потеряла что-то ОБС, совсем потеряла. Почему-то актив у нас 3 человека, ничего не понятно, есть ли смысл. Я пока что не буду ничего запускать, пока что с вами просто как бы пообщаемся. Почему вот когда, типа, происходит какая-то трансляция или еще что-то, у меня просто мозг тупо отключается. Может, это гормоны, конечно, так влияют, которые я принимаю. Никому не рекомендую без показаний врача пить гормоны. Не рекомендую, все плохо будет. Так что делайте, чтобы у вас все было хорошо. Капец. Помните тот видос про блондинку, которая сидела, типа, а я иду к успеху, и мне там надо что-нибудь, что-то, и чтобы я вот это, а потом вот это еще. Ну, короче, в общем, мне кажется, что это я была. Три человека. Так, еще раз неполадки смотрим и идем обратно. Блин, трансляцию не останавливаем, а вот так вот, короче говоря, делаем. Что делаем? Вот так делаем. Три человека. У нас, ну, уже неплохо, всем привет. Сколько я еще должна со всеми поздороваться? Пока что сидим, пердим, как говорится, да? Какое-то изображение. Ладно. Ладно, пока, в общем, ожидаем и смотрим в целом. Сидим, ждем, ждем, кое люди потянутся. Да, сидим, ждем, в общем-то. На сегодняшнем балансе у нас, короче, 146. О, 146 уже подросло. Подрос биток. Класс. Ой, не туда нажала, куда-то. Вот. Короче говоря, все, ждем. Расскажите что-нибудь интересное, как день прошел.
Блин, так неудобно, когда два монитора стоят углом. Я не могу, типа, и чат читать, и все в таком духе. Так, у нас не видно логотип, да, чего мы, что мы, в общем, сегодня будем крутить. Сейчас, еще раз, сейчас. Все равно люди пока подтягиваются, мы, думаю, успеем все исправить. Так, ребят, меня слышно? Скажите, пожалуйста. Блин, 4 человека. Пец. Слышно. Привет, солнце. Так, сейчас мы тут пока что сделаем. Сделаем мы пока что. Сейчас я тут баннер, короче, прикреплю, подождите. Включим пока все лишние звуки. Так. Так, короче, логотип сейчас прикрепим. У меня тут возникли небольшие шоколадки технические. Убираем покер, точнее, выбираем покер. Так, читаю дальше чат. Сейчас люди подтянутся и начнем обращаться к слотам. К слотам, к слотам, как правильно. Я немножко эльф, приятно познакомиться. Слышно хорошо? Вау, 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 спасибо. Короче, я проснулся, и что-то вот вообще ничего делать было неохота. Ни играть, ни смотреть, вообще ничего. И я начал думать, чем бы таким заняться интересным. Думал, думал, и тут понимаю, что спать уже хочу, смотрю на время, а я, оказывается, уже 15 часов сижу и думаю, чем бы заняться. Но так ничего не придумав, пришлось ложиться спать. Утро вечера мудренее, так сказать. И вот сейчас, выспавшись, проснувшись и покушав, сижу и вновь думаю, чем бы таким заняться. Класс, просто класс. Это очень здорово. Так, ребята, если
Хотите промики, напишите плюс в чат. 9 человек всего, конечно, не густо, ну ладно, ладно. Регистрируемся все по ссылочке в описании. Модератор, тебе не надо регистрироваться, главное, следи за чатиком и вообще. Мне самый лучший модератор, ее зовут Александра, она дизайнер и вообще прекрасный человек, достойный самого лучшего в этой жизни. Вы все достойны самого лучшего, вы все самые лучшие, раз уж вы на моей трансляции. В общем, всем хочу сказать хорошего вечера, пожелать. $146, а должно быть миллион. Почему так мало, непонятно. Короче, сейчас все подтянутся. Мало, конечно, но ничего, ничего. Что вам такого интересного рассказать, чтобы мы не сидели, ничего не молчали. Точнее, я чтобы не молчала, чтобы вам было как-то как-нибудь там интересненько со мной. Саппорт, а это, что хотела сказать? Дома как, все хорошо? Хотите, я СМР вам поделаю пока? Как вы относитесь к СМР, кстати? А сейчас, типа, на Твиче банят, блокируют за музыку или нет? Не понимаю, СМР это. Ушки не кайфушки у меня, блин, походу только у меня ушки кайфушки, жесть какая. Короче, пока не будет здесь хотя бы полтинника, я вообще грустно буду сидеть и скучать, тупо. Тупо буду сидеть и скучать, как блондиночка. Кстати, а вам нравится инстасамка? Вот, хотела всегда спросить. Или Настюшка Ивлеева, нравится вам? Короче, жду от вас какой-то обратной связи. Нейтральное отношение к ним. Кстати, вот это казино, которое мы сегодня будем с вами крутить, у нас тут вообще что за предложение? Ребят, вообще сказка какая-то. Это вообще новое казино с использованием инновационной блокчейн-технологии. Вы представляете вообще, насколько это круто? 40 человек мало. Мало, блин, мало. Должно быть миллион. It's a beautiful life. Как зовут, кстати, если ты еще здесь? Если вы еще здесь, не знаю, как на ты, на вы, как привычнее, как приятнее у нас чешется. Ну да, у нас чешется завтра, значит, будем... Будем завтра, значит, мы немножечко внедрять алкоголь в наш молодой, но уже не очень организм и красивый. Нейтральное отношение. Ну, это хорошо, что нейтрально. Потому что если бесят или не бесят, короче, очень сильно любишь или прям раздражают. Разве нос не к драке? Да не знаю. Но у меня в любом случае лучше будет, чтобы... Лучше, точнее, чтобы к... Ну, в общем-то, в принципе, если я выпью, я могу и подраться. Мне как бы ничего это абсолютно не стоит. Знаете ли, не впервой. Я не оправдываю насилие, и я к нему очень плохо отношусь. Никому не рекомендую, ставлю дизлайк. 0 из 10. А может и к драке? Не помню. Надо загуглить. Так, сейчас все вот людишки подтянутся, мои замечательные, прекрасные. Блин, звонят по телефону. Хорошо, хоть у меня звук отключен. О, смотрю, короче, одна платформа покерная тоже стримит сейчас в прямом эфире. Сейчас я прикреплю баннер очень красивый. Я просто сейчас пока что думаю, как это сделать. Будет хотя бы... Что, я уже 20 минут тут сижу? Оказалось меньше. Мне казалось, что я тут минут 7. Ты сегодня прям вкусняшка обалденная. Блин, любимый, ты что, с ума сошел? А вчера я типа не была вкусняшкой обалденной. Вчера я так себе была.
Это мне не нравится. Блин, я дизлайк ставлю. Я хотела тебе такое предложение сегодня предложить, а ты вообще взял и испортил мне настроение. Как ты мог, дорогой? Почему ты такой? Что с тобой не так, роднуля? Все же хорошо было, общались, так понимали друг друга. И вдруг раз, и все. Просто все. Просто взяли и как бы перечеркнул, ты все понимаешь, это жизнь. Все, 44 человека на полтосе, идем в казино смотреть, и чтобы все регистрировались по моей ссылочке. И, короче, да, ждем. Нирвана Лол БГ. Привет, солнце. Рада видеть на своем канале. 44. Ждем полтоса. И начинаем крутить, вертеть и сопеть. Ой, упала. Сейчас, ребят, момент. Один момент. Я прошу прощения. Представляете, я такая несобранная овца взяла, короче, и протупила. Ой,
Блин, я, по-моему, опять что-то не то сделала. Я нажала что-то, и оно исчезло. Ладно. Еще раз. Сейчас все сделаем, потому что я, как всегда, не могу собраться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, да что ж такое? Не собранный человечек, не собранный. Соберись, не волнуйся. Не могу. Блин, ладно, если сейчас что-то будет видно, ребят, сори за мат, как говорится. А если я сюда нажму, подождите, стойте. Если я сюда нажму, что-нибудь будет? Нет, ничего не будет. Щечки аж зарумянились. Ну да, блин, что-то я, короче, вообще не знаю, не пойму, короче, как это сделать. Просто у меня тут очень много запрещенки на компьютере. И... Да я понимаю. Я понимаю все. Ой. Так, ребят, перезапуститься не могу. Сейчас редачнем трансляцию. Секунду. Так. Редактируем сейчас все. Так, секунду. Мне придется опять отрубить это все. Сек. Вот так вот сделаем. Блин. Но зато тут есть логотип вообще без проблем. Видите как? Расскажите что-то интересное, пока я настраиваю все, короче, что я тут, короче, настраиваю. Да. Вот очень интересно, конечно, мне. Блин, я чувствую себя оператором. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Сейчас, секунду, пожалуйста. Так. Чили. Категория. Вам меня нормально слышно? Ничего не двоится? Все нормально? В принципе, от меня очень никто многого не ждал, поэтому все, я поменяла, короче, категорию, чтобы было проще, чтобы всем стало понятнее, в конце концов. Вот, и сейчас мы еще разберемся с Zelvin, чтобы все красиво было, нормально слышно. Окей, порядок. Так. Баланс. Так, здесь у меня все понятно. И, короче говоря, все, блин. Что ж я за человек такой, девочки мои, мальчики? Все. Сейчас я подрублю, короче, и все у нас станет хорошо в нашей красивой жизни. Блин, что у меня тут появляется что-то на экране? Вроде нет. Вроде ничего не появляется. Только камера как-то запотела. Сейчас мы все выберем с вами, и все будет хорошо. Все. Вот, сейчас мы поставим все это на место. Ой, не туда, не туда, не то, куда? Вот сюда. Все, отлично. Все, Матвей, вы довольны? Все в порядке? Матвей, это, кстати, мой бывший муж, он спонсирует мое казино. Очень жаль, конечно, что развелись, но ничего страшного. Все порядок, теперь мы можем с вами откручивать. Регистрируемся по моей рефералочке. Ну, я, конечно же, играю на свои деньги, на деньги моего бывшего мужа Матвея. Ну, ничего страшного, сейчас разберемся, в общем-то, что делать. Да. Так, ой, класс, тут, короче, есть эта фигнюшка с Белоснежкой. Сейчас будем ее крутить. 65 человечков, мои сладкие, господи, мои хорошенькие, мои любименькие, мои зюзечки. Так, все остальное в целом ок, все хорошо. Нажми в любом месте, чтобы играть.
Я хочу все-таки читать чат. А, модератор, кстати, у нее очень счастливый глаз. Она вообще не глазливая, у нее очень счастливая рука, и она всегда мне помогала, всегда, выбрать правильный ответ. Ну, правда, иногда мы немножко просирали, ну ничего страшного. Я ее люблю и все, ей прощаю. Это моя бывшая жена. Я тоже ее люблю. Так. Завершите хотя бы одну цель, чтобы получить бесплатные вращения. А зачем мне бесплатные вращения, если мне, собственно, есть на что катать? Гулять так на все деньги, понимаете? Что нам терять? Не, ну терять нам есть, конечно, будет обидно. Будет обидно, да, ставка. Блин, тут ставку не видно. А я не могу поменьше сделать. Могу, конечно, да. Не дай бог, сейчас что-то не то будет видно, ну ладно. Короче говоря, вот. Я вам сейчас покажу просто ставку. Ставка у нас двушка. Блин, сейчас опять сделаем поменьше. Как обычно. Давай. Хорошо. Ставку делаем меньше. Ну, 20, ладно, 20, хорошо. Вот, я вам показываю, что я не вру. Вот, видите, тут 20 ставка. Сейчас оно откроется на полную. Вот, мы крутим по минималке, потому что, извините, пожалуйста, Гелендваген сам себе не купит. Нужно начинать с малого. А если поменять вот просто, вот если взять и поменять, у меня тут просто свет стоит, скажите, как лучше. Есть прям белый, есть прям желтый. С желтым я прям какая-то осенняя женщина. Просто какая-то осенняя ночная бабочка. Ребят, мне кажется, так лучше. А вы как думаете? Ладно, крутим. Что у нас тут? Автоспины. А, вот автоспины. Звук, не знаю, слышно ли вам его или нет. Короче, блин, я прям рада, что я сама справилась с этой фигнёй, что я сделала это, что я просто взяла и подрубила, короче говоря, этот замечательный красивый логотип, желтый с красным, вообще очень возбуждает аппетит, аж захотелось агуши пожрать, честно говоря, печенье с бананом. Александра, что бы вы хотели вкусненького? Что вам прислать с деком? Короче, что-то я сижу, начала общаться, но мы будем откручивать. Я не буду ставить автоспины, буду как бы в режиме реального времени все откручивать. А, вот это зеркало. А я-то думаю, кто же это? Я бы хотела японское блюдо мотти. Главное, что не букаки. Кстати, мне никто так и не ответил, можно ли музыку на Твиче подрубать или нет. Ну ладно, пока что только просираем. Так, что-то я не поняла. Ой, сейчас сяду вот так вот поудобнее. Ой. Ребят, какая у меня категория стоит? Скажите, пожалуйста. А то я вроде как переделала, а вроде как и нет. Непонятно. Так. Нет, не переделала. Да что ж такое? В смысле, я переделала, посмотри, категория стоит, все в порядке. А, аудиторию я, наверное, не поставила. Аудитория. Я не знаю, почему оно не меняется, но у меня на самом деле стоит все норм. Thank you.
сейчас я посмотрю, попробую зайти с другого аккаунта и чекнуть, что у меня там будет. Нет, у меня стоит категория виртуал казино, все правильно. Все там нормально. Здесь даже, типа, не может быть и речи. Так, а почему оно так разжмыхнулось? Ничего не могу понять. Почему оно такое большое? Так. Что такое случилось? Не знаю. Самое интересно, блин. Еще раз проверяем. Блинский блин, реально. Восемьдесят восемь зрителей, ага. Я не буду это комментировать, я это вообще не знаю. Это, конечно, неправильно, девочки. Так, ладно, все. У меня все окей. Все в порядке, все хорошо. Как всегда, не работает эта чертова рамка. Ну ничего страшного. Ничего страшного. Ладно, крутим дальше, в принципе. Все у меня там нормально с категорией, муженек бывший, не переживай, все там у меня сладенький, хорошо. Зайди с любого другого аккаунта, обнови. Да мы смотрим на тебя же, а не на рамки. Я смотрю на рамки, потому что меня в них бывший муженек загнал. Все буду на тебя подавать на алименты для самой себя. Ты мне выслал вон 150, думаешь, мне этого достаточно? Ага, конечно. Так, смотрим. Я уже... Приветик. Привет и добро пожаловать. Опять! Просто, я не знаю, нет слов, одни эмоции. Левасика. Это от слова лев. Кстати, есть чел на покер-матче. У него, короче, ник. Ник, правильно же это называется? Не Тигор. Ну, в общем, я его называла не Тигр. Видимо, я тоже в этих делах вообще. О, Миррор. Мироу. У меня, короче, фриспины выпали, девочки, мальчики, класс. Вас не раздражает это освещение на фоне, там, как чего? Ну что, вы вращаем? Вращаем? Расскажите что-нибудь интересное. Давайте кому-нибудь... 40. Насыпало целых 40 копеечек. Это уже на 40 копеек ближе. Как там это делается? Вот так, по-моему, да? Это уже на 40 копеечек ближе к моему новому ядерно-розовому Гелендвагену цвета Барби. Ё-моё. Или лучше красный. Кстати, я вам потом под конец трансляции один фокус покажу, который только я умею. Не, ну не только я, ну вообще мало кто, конечно, для избранных такой фокус. Но я думаю, вас это позабавит. Красный равно спортивный, фиолетовый равно неудовлетворенный. Ой, осуждаю. Вы не слышите два раза? От казино звук есть? Вау, вау, просто вау, просто вау, 35 копеечек, супер. АСМР, за каждый выигрыш АСМР, все, тут выигрыша не было, АСМР не будет, девочки, мальчики. Ой, ну неужели до сотки не добьем? Такой же интересный стрим, ни о чем. Ну как ни о чем? В принципе, я ни о чем, а вот казино еще как о чем. Вот вы смеетесь, а вот я вот, между прочим, телефон себе купила на выигрыш в казино. 12-й, кстати. Вот. Я выиграла $2.10 и купила себе на эти деньги iPhone 12. Не про, правда, но знаете, тоже как бы неплохо. А мне наоборот кажется, да? Ну ладно. В среду, кстати, будем с вами смотреть телепроект «Беременна в 16» и комментировать, поэтому закупайтесь попкорном, всякими интересными вкусными штучками. И будем, короче, смотреть. Ты чувствуешь, когда тебе 24, выглядишь на 40, я про себя, но боишься все равно забеременеть в 16.
Обожаю передачу эту. Блин, я тоже обожаю. Еще мне нравится, знаешь, короче, смотреть «Пусть говорят» с Гогеном Солнцевым и Катенькой. Господи, я так их обожаю. Это просто лучшие. Это лучшие из лучших. Я просто другого ничего не могу предпринять даже. Вот кто лучше? Кто лучше? Вот я даже не знаю, типа... Даже... Нет, ну, конечно, лучше только мой модератор, Александра, моя уважаемая. Но тут даже как бы я уже поспорила. Это спорный вопрос достаточно. Ладно, крутим дальше. Мне, кстати, очень нравится эта злодейка из, короче, Белоснежки. Очень красивая тетка. Кто ей там дал яблоко это съесть? Злая ведьма, правильно? Злая ведьма дала захавать Белоснежке яблоко, и она потом, типа, начала помирать. Вот я, кстати, так же выглядела, когда у меня была алкогольная кома. То чувство, когда вот жизнь настолько неинтересная, что больше не о чем поговорить. Крутим дальше. Крутим дальше. Если я скажу, что на тебя похоже, я выживу. Кто похож? Кто? Блин, что, серьезно? Я на бабку, на эту ведьму похожа. Нет, знаете, на кого я похожа? Я вам сейчас скажу. Короче, ой, спасибо большое за подписку, солнышко. Дай бог тебе здоровья и благо процветания твоей душе и семье. У меня там ничего не выпало. Сейчас подождите, прикрою все свои грехи. Просто жарко у нас сегодня. Резко упало число сабов. Неужели я такая неинтересная? Короче говоря, рассказываю. Есть мультик «Маленькая волшебница», и там такая девочка, короче, она постоянно, короче, в грязная, непричесанная. Вот это я, это типа мой альтер. Я вам сейчас ее покажу. Я просто не могу, мне неудобно на этой сраной клавиатуре, сколько раз говорила, что мне неудобно на ней. Я люблю вон ту, которую я купила. Мне не дают ей пользоваться. Мне говорят, что она стрёмная, хотя она реально хорошая. Сейчас. «Маленькая волшебница». А это, по-моему, 2014 год. Сейчас я вам покажу, на кого похоже. Нет, или «Колдунья». Блин, как же она называлась? «Маленькая колдунья». Там такая девочка носатая была. Вот это тупо я просто, я вам отвечаю. Во, нашла, сейчас покажу. Смотрите, блин, вообще один в один. Типа даже уши мои. Вот, смотрите. Сейчас фокус наведется. Вот это я, короче. По-моему, похоже, класс. Я ее обожаю, она мне нравится. У вас, кстати, есть какие-то домашние животные? Или нет? Так, что там дальше у нас? Ну, почему выигрыш такой маленький? Это мне муженек мой бывший специально так поднасрал. Ладно, я тебя прощаю. За 25 центов я прощу тебе все, мой хороший. Присоединяйся к нам в Дискорд. Нет! Не хочу. И, пожалуйста, не пишите сюда больше, уважаемый человек. Куда пишет мне, пишет, присоединяйся. Это я знаю, что это бывший мне пишет, я знаю. Но ничего уже не вернуть, к сожалению. Потому что ему всего лишь 70, он слишком молод для меня. Блин. Так мне понравился, кстати, фильм. Вы смотрели Mortal Kombat в кино? Блин, такой крутой фильм, вообще жестко. Его можно было даже без попкорна смотреть. Я вообще обычно в кино и вообще в любое место, в любое другое место, я хожу тупо пожрать, потому что я люблю пожрать, а кино люблю не очень. Кстати, все произведения Германики почти классные. Классные и опасные. Ну, вот, допустим, сериал «Школа». Я бы с радостью посмотрела с вами, но... Ой, спасибо большое за подписку, солнышко. Не буду читать ник, потому что там мертвый контент, но большое спасибо и добра тебе, и процветания, и счастья. Как тебя на Mortal Kombat-то пустили? Там же 18+. Ну, конечно, меня пустили, родной, мне же 39! Если ты не знаешь, что мне 39 лет, и постоянно надо мной прикалываешься, я такой эйджизм осуждаю над женщиной преклонных лет.
Я хочу уважения к себе какого-то. Я в школе, между прочим, полгода честных отработала. Имейте совесть, молодой человек. Я не знаю. Так, и вообще, имейте совесть, регистрируйтесь. Сколько лет? Мне 39. Завтра будет 40, кстати. Нет, мне сегодня 40. У меня каждый день рождения. Вообще, типа, уже тогда 150. Если 365 дней в году, то... Боюсь представить даже, сколько мне столетий. Короче, Зелвин казино настолько охуенное, настолько тут охуенные слоты. Вот я, допустим, других так не видела, короче. И здесь классные иллюстрации. Главное, чтобы оно не зависало. Оно, кстати, не зависало. Сколько бы я тут не пиздела с вами, сколько бы я вам не втирала какую-то дичь. Вот. Я не знаю. Не, Белоснежка тут мне не нравится. Она тут похожа на мою компаньонку. На мою, я сама себя осуждаю. На мою компаньонку с вебкама. Но я не сдала экзамены на вебкам, поэтому я с вами здесь. Я с вами здесь, 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 здесь. Короче, я умею шевелить своими грудными мышцами, поэтому это смотрится очень забавно. Если... Мы насобираем на надувной бассейн, я вам покажу, как это будет выглядеть. Что-то мне кажется, что меня забанят, если я начну тут это делать. Так, ладно, не фриспины, у меня нет фриспинов, я кручу на свои кровные деньги. Пожалуйста, не осуждайте меня за это. Я знаю, что я скатилась, но что делать? В принципе, жизнь такая штука, знаете ли, то на ухабах, а потом такой резкий взлет, и ты такой пожилые airlines, все нормально. Так вот, «Мортик» — офигенный фильм, класс. Мне аж захотелось даже начать играть в него. Но, типа, я даже не знаю. PlayStation здесь у меня нет. Типа, просто играть 30 копеек. А просто играть с телефона. Я посмотрела в App Store, что там вообще есть. Ну, на самом деле, такое себе, скажем так. Ну, типа, не та графика, что раньше. Вот этого ретро не хватает. Вот этого вот изыска, знаете ли. Ну, не знаю. Нет, два джойстика я не хочу сама с собой. Спасибо, солнышко, за подписку. Дай бог тебе всего самого наилучшего. Не вижу, блин, тут просто оранжевый фон. И это самое сложно читаться. А сама со мной. А как это можно сделать онлайн? Это можно как-то сделать? Ну, не знаю, если я найду. У тебя какая модель трубки, можешь сказать? Там можно как-то типа объединиться. С телефона, да, с плойкой не хочу заморачиваться. Вообще не кайф. Так, ладно, далее. Трубка 11. Да. Какого цвета? Слушайте, я так завидую всем тем, у кого телефоны разноцветные. Я так хотела 12-й, зеленый, а у нас в Ростовской губернии... Ой, мои хорошие зеркала. Блин, у зеркала такой грустный вид. Знаете, у меня есть такая фигня, что я когда вижу какое-то грустное... Не, принц мне не нравится. Принц не нравится. Вот нравится зеркало, оно какое-то грустное, прям как я сегодня. А я хотела салатовый. Я хотела салатовый, но у меня черный. Так, мне показалось, или я услышала звук сейчас? Если честно, ребят, ничего не слышу, поэтому модератор Никси, привет и добро пожаловать, солнце, всего тебе самого наилучшего. А вот раньше были приставки, а вот раньше была графика. Какая графика была раньше, я вас спрашиваю. Так, ладно, все, у меня сейчас давление поднимется, нельзя. Сколько вы чашек кофе? One bless или bless? Все. Все, уже пока читала, все исчезло. Ладно. Все равно спасибо, всех люблю. И, блин, разыгрываю промокоды. Регистрируйтесь, пожалуйста, по моей ссылочке. А то что-то никто не регистрируется, так обидненько. Вам просто нужно зарегистрироваться. Вайнер шоу. Спасибо большое за подписку. Так вот,
Кофе, я если выпиваю больше чашки в день, меня так жестко штырит, я начинаю становиться неуправляемой, на всех ору, у меня начинают происходить негативные мысли, мне хочется вообще все и ничего сразу. В общем, очень плохое самочувствие, я кручу фри спины, ой, просто спины. Ну, фри, мне нравится это слово, я картошку фри люблю сильно. Блин, гномы классные, так, на лысого из Бразерс похоже. Ты мне скажи, ты 97-го года или 98-го? Слушай, я так-то тебя на год постарше, поэтому можно сказать, что ты меня сейчас обидел сильно. Я осуждаю тебя и сейчас заблокирую. Модератор сейчас обидится на тебя, я-то не обидчивая, она не прощает вообще ничего. Она такая девочка, знаешь? Девочка-красотка, полная пилотка, $1.95, баба-ягодка опять, класс. Пока, ну пока. Листаем дальше, смотрим, что нам... Ой, господи, $1.40. Ну это вообще... А что это за значок такой интересный? Так, 20 копеечек. Ну что, полет нормальный в смысле, в принципе. Так. Что-то мне этот слот надоел. Мне 39 лет. Привет, что за Казик? Казик Залвин. Спасибо большое. Вы тоже все классные. Ну, сейчас же, по-моему, нельзя комплименты. Ой, осуждаю, осуждаю. Все, пипец. Залвин Казино. Вообще супер, класс. И без этого блокчейн, в общем, круто. Не могу собрать слова в кучу. Я новенькая. Знаете ли, в 39 лет только жизнь начинается. Со звуком нормально? Со звуком нормально? Прекрасно, хорошо. Я бы блеск с левой стороны у тебя убрал бы. А это лампа, это софиты. Пойдемте в Бананзу, вообще без проблем, гоу. Так, сейчас, секунду. Сейчас мне тут кажется, я просто слышу в наушниках, что настрою буквально 5 секунд. Звучок настрою. И сейчас завезем контент. Сейчас буду шевелить всем, чем только можно. Хорошо, что я тут все-таки звук поставим на всю, и соседи не спят. Что там дальше было? Так, ладно, мне отсюда нужно выйти. Бананзу, да, идем? Так, новый партнер со звездочками. Кто? Кому выдавать промик? Кому выдавать промик? Кому подарить классный промик, я спрашиваю. Кто сейчас зарегистрировался? Ники надо указывать, ребят. Ники надо указывать. Иначе я просто даже не скажу вам. Можно промик? Модератор, пожалуйста, первый человек, зарегистрировавшийся, это у нас. Я извиняюсь, как правильно читается ник? Левасика? Дайте Левасику промик, пожалуйста. Самый жирный промик. Отправь ему в личку, солнце. Вот этот. Я сейчас тебе скину. Сейчас, ребят, секунду. У нас тут просто... Господи, где они? Вот этот промик скопируй, пожалуйста. Да, да, да. И напиши, что с самыми лучшими пожеланиями. Куда? В личку? На твичку. В личку, на твичку. Да, я, конечно... Да. У меня тут просто стоит, скажите мне, пожалуйста, у меня тут стоит затычка, чтобы не палить мои данные. Я увидела, что мне прилетел новый юзер, скажем так, кто зарегистрировался, и сейчас ты получишь классный. Подожди, сейчас, я тут данные просто не палю. Все нормально, подождите минутку, все ок. Так,
Порядок, все. Сейчас все уберем, чтобы мы с вами пошли в бананзу. Не покажу, данные палить нельзя, кисуля. Данные нельзя палить. Вот хоть убей, понимаешь? Так, вы просили про бананзу вы просили. Сейчас я как раз ее введу и подрублю. Ой, еще клава такая неудобная. Слушайте, ну тут, короче, есть что-то с бананами связанными. Покупные бонусы. Так, ладно, хорошо. Давайте пойдем тогда в какой-то другой. В какой мы тогда пойдем? Стоп, подрубаю. Так, ребят. Сейчас. Все, порядок. Все на месте. Сиськи в тесте. Куда идем? Мы с пятачком. Большой-большой секрет. Все? Тебе выдали бонуску? Все нормально? Короче, я открываю что угодно. Вот, тут какая-то обезьяна самая угарная. Мы вот ее открываем тогда. Как я уже сказала, баланс у меня сейчас какой? Нет тут бананзы или я что-то делаю не так? В общем, здесь все с числами. Для тех, кто любит математику, вообще круто. Так, сейчас я закрою тут ссылочку. Все. Так, у меня тут баланс, вы видите, да, какой? Муж! Чё ты на меня орёшь в Телеграме, бывший мой муж? Еще говорит, мы не кота смотрим. Конечно, вы смотрите не кота. Кот бы получше все сделал. Так, общая ставка. Ага, ставка. Ставка. Вот, 10. Порядок. Можно по минималке крутить. Мы тут, знаете ли, не дети всяких миллионеров. Листаем. Так, в смысле? Максимальная, минимальная ставка, общая ставка, все, 10. Порядок. Почему не могу вращать? Что я делаю не так? Блин, что-то я туплю, короче, ребят. Или я что-то... Короче, я не шарю в этом. Цифру тыкни, видимо. Потихоньку. Ладно, хорошо, тыкаю цифру. Оно пока что грузится. Ну, что-то мне кажется, что-то мне сдается, что... Короче, тут есть другие слоты, и пойдем в них. Ладно, сама выберу, раз не хотите свою бананзу, блин. Вот, тут есть, короче, что еще есть? Sunny of Egypt. Так... Что еще есть? Тут есть с фруктиками. О, какие-то... Что за твит? Так. Ладно, сейчас покручу еще один слотик. Вот этот какой-то с забавными... Так, все, я запуталась, короче. В общем, мне нравятся эти забавные пожилые люди, классные. И я хочу посмотреть, что тут есть. Пока что посмотрим все, да, что тут есть в этом вашем казино, которое вы, блин, предлагаете постоянно. Кто откуда, что откуда? Сейчас будем с вами кое-что делать. Все, ребят, последний раз
Подрубаю кота, потерпите минуту. Блин. Так, пишут, можно промик. А ты зарегался, зарегалась. У меня просто не было оповещения. Сейчас я гляну. Сейчас все проверим, сейчас все чекнем. Так, один момент. Ребят, у меня тут небольшие шоколадки технические опять. Все, ребят, короче, я решила, я сегодня сама себе хозяйка. Сука, ну все зовут меня Зайка. В общем, викингов люблю, я здесь, все хорошо. Пожалуйста, уважаемый модератор, скинь, только без как бы финансовых значений, без цифровых значений, без вот этих вот... Короче, кидай промик. Промик, второй промик кидай в чат. Кто первый успеет его, скажем так, обналичить, тот и успеет, все. Ой, зачесался нос опять, все.
Ставка трешка очень много. Извините, пожалуйста, мы тут не дети миллионеров. Вон, 20. Нормально. Все, поехали. Волки классные, господи. Я хотела кошку Лагерта назвать, но назвали мы ее Лиза. Кстати, ребят, никому не нужен мейн-кун. Кто живет в шахтах? Кому мейн-куна рыжего мальчика? Красавчик, пипец, реально. Барыжим котами. Без регистрации снимаю, смотреть в хорошем качестве. Мишки, волки. Я не вижу, кто подписывается, к сожалению. Из-за технических шоколадок слышала какие-то звуки. Слышу звон, не знаю, где он, все как обычно. Мимимишки. Сейчас, ребят, секунду. Реогамбит Зах. Черт. My English is very good. Что ж такое? Что ж они звучат? Это самое. Коту на вкусняшку кинул. Спасибо, мое солнышко, ты просто лучший. Так, не выкину телефон, отстаньте. Буду банить за такие плохие слова и за приказы. Я тут только могу сама себе приказывать, и мой модератор. Все, стримлю, стримлю, все, порядок. Класс. Через минут 10 можно будет второй кинуть. Блин, какой-то плохой слотик, ничего не дает. Ну что же это такое? Красавчик. Красавчик, реальный красавчик. Молодец. Халява, приди! Блин, ну не обижай их, не обижай. Руки быстро на Диком Западе в хорошем смысле. В хорошем смысле. Ребят, кто откуда, напишите. Интересно, где вы обитаете такие классные у меня. Ну что, фриспинчиков дайте, что ли? Я что, весь свой баланс должна профукивать? У меня уже, блин, рука трясется, как у алкашки. Видите, видите, вот все. Ой, нет, как у человека, страдающего алкогольной зависимостью. Осуждаю. Приходите, короче, в среду. С казино я пока еще не очень разобралась, но игры и сирики стримить вообще как делать нефиг. Будем с вами смотреть «Беременна в 16». Ну, уже не бухаю. Выпиваю всего 5 бутылочек водки. Короче, немного. Не так, как раньше. Чтобы экзамены хорошо на вебкам сдать, сколько мне лет? Мне 39. Так. Вы добавили нового партнера в вашу структуру. Ок. Я не знаю. Парень. У меня бывший муж, который владелец казино Залвин. Он сейчас мне пишет в телегу, что он вырежет... Ой. Он вырежет плохие моменты из моего видео. Извините, пожалуйста. Помогите мне, пожалуйста, кто-нибудь. Все, 22 копеечки. Муженек бывший мой сладенький, ты бы мог мне подкрутить выигрыш хотя бы, чтобы $10 каждый раз. Сколько стримить еще буду? Надеюсь, что долго. Извините. Извините заранее. Можете отписываться, можете уходить. Если вам не нравится, то выключайте. Я человек неконфликтный и хочу, чтобы во всем мире был только мир и любовь. Хочу второго модератора себе. Нет, ты красивая. А ты еще красивее, спасибо. Человека красивым делают поступки. И меня красивой делают только мои поступки по отношению к вам. Я вам раздаю промики, и это делает меня красивой, как минимум.
мужу модерку дай. Где муж? Он, видите, не сидит здесь, поэтому... Кто хочет быть моим? Кто хочет быть моим? Кто хочет быть моим модератором? Я делаю предложение кому-нибудь. Давайте, пожалуйста. Все, ладно, я кручу казик, меня отругают уже. Потому что я такая несобранная. Такая я вся воздушная девчоночка. АСМР, АСМР. АСМР крутится, а бабки мутятся. 22 копеечки подъехали. Класс. Меня недостаточно. Это я специально написала, сказала, чтобы ты подала голос. Чтобы ты... Так... Что, у нас еще есть промики, модератор? Кидай еще один. Пускай успеют. Папич, смотрите, папич классный, мне так нравится. Блин, Малстрой тоже классный. Моего мужа, кстати, бывшего зовут Матвей. Ему 58 лет, он хозяин этого казино. Так вот, о чем я там говорила? Хотела бы на вписку. Да нет, я уже не такая уж. Нет, Малстрой внешне очень красивый, ну, точнее, хорошенький. А вот, судя по тому, что он с девочкой сделал, я это осуждаю, вообще осуждаю, осуждаю, осуждаю. Ну да, такая старенькая уже, пожеланенькая. Пожилая скумбрия. Запах селедки, видите, никто не... О, классно. Что это такое, фриспины или нет? Ну, короче говоря, на запах селедки уже никто не сбегается, поэтому я просто кормлю соседских кошечек. Пожалейте меня, посочувствуйте мне. Посидите со мной на стриме, пообщайтесь, расскажите, как у вас дела. Расскажите, какие отметки вы принесли сегодня. Сегодня воскресенье, сегодня вы ничего не принесли из школы. Угу. Летом Геннадий Горин. Ой, мне так нравятся видосы Геннадия Горина, просто супер. Чилим чисто. Чисто, да, чил такой. Вялый чил. На лайте, хэштег на лайте. Если я поставлю музыку на заднем плане, меня YouTube забанит. И вообще все забанят. И поставят мне дизлайк. И все, и мне придется опять пересдавать экзамены на вебкам. А я очень не хочу. Что, может быть, мне поставить тогда автоспины? YouTube банит, Twitch нет. А у меня на YouTube идет ретрансляция, типа, поэтому я не могу, к сожалению, сегодня. Вот завтра приходите, завтра я вам такое техно поставлю. Идем в другой слот. Окей, идем в другой слот без проблем, без проблем, без проблем. Так, а какой вы хотели бы? Так, мне тут мешает одна штучка. Секунду. Вот, я люблю техно, а вы что любите? Стример Шарил, красотка, полная пилотка. Сейчас сек. Смотрим кота, коту передаем позитивные флюиды. Вы знаете, как я его недавно укусила? Вы знаете, он меня недавно в ветеринарку отвел. У меня тут просто клавиатура. Не мешает, наоборот, кайф. Вот и все. В какой слот идем? Быстрее говорим, иначе я сама. Ой, смотрите, тут какая классная штука, Хэллоуин есть какая-то. Вот, все, я вот в этом стриме фигачу и больше... Ой, в любой, сама. Хорошо, все, маленький счастливый дьяволенок, окей. Все, открываем, подрубаем, как говорится у нас. Погнали. Расскажите, что делали сегодня. Что делали, мои дорогие? Надо будет подрубаем читы. Ставим хэштег на игре. Ставим хэштег на бабках. И Витуса смотришь? Нет, не смотрю. Я завидую. Я завистливая и нехорошая девчонка, поэтому... Ой, какой красивый, какой хорошенький. Посмотрите, у него такой зубик. Хэштег на бабках. Ставьте хэштег на бабках, если хотите еще промики. Куришь? Нет, не курю. Я вообще за ЗОЖ. Вы знаете, как сложно не кушать сладкое? Ой, я очень хочу сладкого. Хочу агушу с бананом и печеньем. Пюрешку.
Я не хочу смотреть на эту ставку, кошмар. Какая тут она минимальная? 10. Нет, не ставим хэштег промик, ставим хэштег на бабках, чтобы Матвей нам выдал промики, мне в телегу, пожалуйста, Мотя, дай промик, пожалуйста, солнце, дай промиков еще. 3 штучки дай, пожалуйста, а то уже закончились. А люди просят, пожалуйста, дай промиков, ну пожалуйста, дай промиков. Ждем, теперь ждем. Так, что ставим? Может, авто ставим? Я просто поставлю, хотя нет. Так, минимальная ставка у нас сколько? 10? 10, порядок. Блин, классный слот, мне нравится. Ставьте хэштег на игре и на бабках, и будет вам промики. Так. Так, ну что, дайте, пожалуйста, нам промики. Порядок. Ой, никакое нехорошее число, 3 шестерки. Ну или хорошее, для кого-то 3 семерки плохое. Ух ты, креспины появились. Классно. Так, ребят, ну что, сейчас я кину вам еще промиков, и все у вас будет в жизни прекрасно. Короче, уважаемый модератор Александра, скидывайте, пожалуйста, промики. И один кидай, чтобы успели. А вы смотрите Витуса, а слушаете Витуса. Ну, успеть нужно. Ну, конечно, нужно успеть. А как вы хотели? Кто успел, тот и съел. У нас еще будет три промика, поэтому я думаю, что все успеют желающие. Желающих, в принципе, не так много, но я думаю, будет больше. На все нужно время. Получите дьявольскую мегамонету в бесплатных играх. Конечно, тем больше, чем лучше. Я даже не знаю, насколько этот промик. Я думаю, что там какая-нибудь приятная мелочь, но все-таки приятная. Это только для тех, кто зарегистрировался, ребят. Повторюсь. Класс. Сколько упало? Так, а что тут не видно? Видно или нет? Да фигня упала вообще. А, это или вы это не мне по ревке? Ну, знаете, 5 центов тоже неплохо. Это прям удача, ребят. Ну, некоторые там, знаете ли, у некоторых этого нет. Надо благодарными быть за то, что имеешь, как бы. Фарту масти осуждаю, ребята. Фартук в масле оливье. Класс. $30 упало. 30 копеечек, точнее. 30 центиков, господи. Все. Под конец дня уже котелок нифига не варит. Ой, пентаграммочки, милота. Короче, блокчейн реальная тема. Просто класс. Просто класс. Сто грамм за счастье? Нет, ребята. Килограмм
килограмм свежей зелени. Вот это счастье. А все остальное не очень. Так. Ну куда ты пошел? Что там? Ух ты! Вау! Что это? Что же это будет? Крупный выигрыш, блин, насыпало. Интересно, сколько? Доллар целый нашипало. Ну, блин, дайте хотя бы миллион, пожалуйста. Хотя бы миллион. Да, миллион. Прикиньте, сейчас все, пойду обналичивать, короче. Ну все, можно еще побольше, еще побольше, еще, еще, еще. Ух ты! Прикиньте, сейчас 50 еще завалит. Грабишь казик. Ну а как вы думали, блин? Не все ж, я же должна отомстить за тех, кто проиграл когда-то. Я ж поддерживаю всех. О, 20 долларов. Офигеть! Капец. Занесло, реально занесло. Но я не радуюсь, потому что мне этого недостаточно. Знаете, еще и больше бывало. Мне сразу понравился этот казик, потому что там, вот видите, это я в детстве. Вот прям вообще. Так, что еще у нас тут? Я жду, пока они все полностью бесплатные игры. А, блин, нет, не будет фриспинов. Я катаю по минималке, как обычно. Так, ставка у нас 10 центов, как я уже говорила. Так. Сейчас я перейду по ссылке. Пойдем, сейчас пойдем. Сейчас пойдем. У меня нет телеграмма на компьютере. Чё блин-то? Чё блин? Вот чё блин? Блин, блинов захотелось, блин. Сейчас я хочу докрутить, у меня уже все, у меня уже лутка в моей будке, просто пипец. Пока я не докручу, я не успокоюсь. Хочу хотя бы раз 7 еще кого-то нуть на удачу и все. Что такое? У меня нет ВК на этом компьютере. У меня все в телефоне. Что заказать? Блины? Не могу. Я не могу встать. Видите, все, у меня лутка поперла. Смотрим дальше. Мне понравился этот слот. Подождите, не давите на меня. Вот, ну классный же слот с чертиком. Что, вам не нравится? Так. Сейчас. Вот и зачем, вот и зачем мне эта ссылка? Вот зачем она мне, если я не смогу перейти с нее, я просто перейду с нее на телефоне и все. Сейчас я скрою еще раз свои данные и все. Модератор, я поняла, спасибо, сейчас перейду. Сейчас, ребят. Ну, видите, какая я вот не собранная. Чисто на листочке. Ну да, ну как ты думал? Прикольно, да вообще пипец. Все. Все, порядок, порядок. Все, я открыла. Pragmatic Play. Все, пожалуйста, бананза, вот и подъехали. Все, я открыла. Все нормально, все хорошо. Бывший муженек, не ругайся, пожалуйста, а то я тебя сдам, знаешь кому. Вот тебе и Дольче Габбана, девочки. Вот тебе и Дольче Габбана. Не показывай в следующий раз, я это все знаю, окей.
Блин, ну хорошо. Все. Что, я не то сделала что-то? Вот тебе бонанза. Что я не то сделала? Вот объясни мне, скажи, пожалуйста. Так, ставка 2 доллара. А как тут меньше сделать? Правила игры все знают? Все знают правила игры или нет? Так, как здесь меньше ставку сделать? 2 доллара ставка, блин, вы что, с ума посходили? Почему? Не хочу автоигру. Что, тут только автоигра есть? Двадцать. Окей. Все. Тут только автоигра, походу, да, есть? Удерживаете. Автоигра или просто? Что это такое? Нет, значит, я что-то неправильно поняла. Значит, все ок. Все хорошо. Подвинь налево. Блин, да так, тут неудобно оно как-то сделано. Как я это подвину? Сейчас. Все, теперь видно? Хорошо, классно. Блин, оно не делается. Оно не делается. Вот что делать с ним? Вот что с ним делать? Все, вот так. Сейчас все будет. Во. Опа. Все. Подвинула. Все хорошо. Теперь видно. Да помоги, ради бога. О, блин, а это типа мармеладки, что ли, такие? Ставка 20, прицел 15. Мне звонит какой-то чел по телефону уже в который раз. Я не беру трубку, родной, я занята, я играю в серьезные игры. Не громко, все нормально. Так, 155 сделали. Отдай сало. Не отдам. Потому что иначе у меня на голове не будет сала, и это будет грустно очень. Что, может быть, еще по промику или нет? Может, возьмем бонуску за 20? Ну, если вы подскажете мне, как это сделать, то давайте. Давайте возьмем. Можно и промик. Кидай промик, дорогая моя модератор. Не, ну что, тут нормально в целом. Хоть какие-то мелочи, но дает. Не миллион, конечно, долларов в целом, как и всегда. Так, купить функцию 20 долларов. А, я не могу этого сделать. А, могу. Что, покупаем? Ну хорошо, покупаем. Ух ты. Все. Вращаем 10 бесплатных раз. Модератор, солнышко мое. Класс. Ого, играет как? Да пипец. Пипец. Ой, капец, у меня аж прям... 5 бесплатных вращений. Да вы что, серьезно, что ли? Пипец. Ловите промик, ребят. Ловите промик быстрее. Тын-дын-дын-дын-дын. А то это вообще какая-то... Ну, жескач, реально. Куда жескач просто? А какие фрукты больше нравятся вам? 8, 71. Вы представляете вообще, что это? О-о-о. Нет, ну я, конечно, недовольна. Мне, конечно же, это все не нравится. Потому что тут, ну что это такое? Блин, каждый раз заходишь, надеешься выиграть 10 миллионов. Почти. В том-то и дело, что почти. А могло бы быть, знаете ли, больше в миллион. 500 тысяч миллионов раз. На самом-то деле.
Блин, ну хотя бы десяточку дайте, что ли. Я уже начинаю нервничать. Знаете, вот когда комочек в горле стоит, нормально сыпет. Да не нормально сыпет, но мало сыпет. Блин, могло бы быть и больше. Все, сейчас буду рыдать. Куда тебе почти купила? Почти! Вот в том-то и дело, что почти. Сейчас буду плакать. Реогамби. У тебя еще 10 спинов. И что? А могло бы быть миллион спинов. Давайте вы не будете прибедняться. Не гори. Да что значит не гори? Вы что, угораете? Сейчас стул начну бить. Я понимаю, что тут нельзя агрессировать. Это обидно просто как минимум. Мега. Да мало это все. Учитывая, что я, понимаете, играю на свои деньги. Окупила. Ну вот окупила. Но не вышла в плюс пока еще. Хотя. Ладно, все, я успокоилась. Окупилась куда? Да туда. Казалось бы, куда еще хуже. А вот туда. $24. Ну, да ну, ребят, я хочу на миллион как минимум. Блин, это ненормально. Это ненормально. Слотик нормально играет. Рабочий слотик, рабочего характера. Модератор, как тебе слот? Ты считаешь, как... ты бы сама зашла сюда поиграть? Как ты думаешь, вообще, типа, должно фартануть здесь или нет? А вы радуетесь чужим выигрышам? Или, типа, сопереживаете чужим проигрышам вообще как? Так, нажмите где-нибудь, чтобы продолжить. Бесплатные спины завершены. Ну то... Что, еще одну бонуску возьмем? Плюс $8. Ну, да. Что делаем? Вращаем или что делаем? Давай попробуем выбить. В каком смысле выбить? Берем бонуску. Еще как должна фартануть по полной программе. Бонуску берем или вращаем? Напишите нормально. Го-го, а че го-го, го-го. Гуси-гуси, га-га-га, леди Гага. Просто крути, бонус может выпасть. Хорошо. Может, авто поставим? Ну так, чтобы особо не напрягаться. Так, кто-то просит брать бонуску. Ну все, сейчас покрутим. Посмотрим, если не выпадет с какого-то там раза, то возьмем бонуску. Авто спинов, что делать? Окей. Автоигра. 100 спинов. Начать автоигру. Поехали. Смотрим. Смотрим, 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 смотрим. Это типа мармеладки, конфетки и фрукты. Как это только связано? Или они все прямо сахара сделанные? Ну что, ну что, ну что, ну что, ну что? Все, я начинаю нервничать. Я начинаю крутить пальцы там по-всякому. Блин. Мне, наверное, нужно показаться психиатру после этих ваших казино-стримов. Ну что, как считаете? 10, 15. Покажись. Я тут, я тут. Да, останавливай го-бонуску. Хорошо, останавливаем. Ну чё, я ж нажала паузу, почему она не останавливается? А, почему оно? А, у меня же автоспин, и все. Ладно, сейчас оно докрутит уже, пофиг. Символы оплачиваются, где бы они ни выпали. Да моя ж ты радость. Сейчас докрутим, домутим и посмотрим. Я не хочу 82 спина. Почему-то оно не останавливается. Я нажимаю, но не останавливается. Почему?
Да вижу, что 84, 78. Вот я нажимаю. А, все, я остановила порядок. Нужно было нажать просто на правильную, эту, на правильную штучку. Вот и все. И порядок сразу хороший, классный происходит. Так. Так, что мы делаем? Мы берем бонуску, да? Да, мы хотим... Мы хотим. Мы хотим. Так, ребят, сори, у меня тут небольшие технические шоколадки были. Сори, я прошу прощения. Порядок. Так, вращаем дальше. 10 бесплатных вращений, все хорошо. Живем, кайфуем. Ну что ж такое? Ну что ж такое? Ну что ж такое? Все, уже знаете, вот радости никакой нет, есть только волнение. Когда же вот насыпет миллиончик? Знаете, вот прям иногда так вот идешь мимо компьютера, а не зайти ли на сайт The Win? Вот, а может быть зайти или не зайти? Вы бы зашли? Как вы считаете, криптовалюта это норм тема? За ней будущее или нет? Пишите плюсы в комментариях. Никогда. Блин, почему никогда? Почему никогда? Вы такие пессимисты все, такие злые все. Мир вообще злой, жестокий, но я все-таки верю, что есть хорошие моменты. Блин, классно, прикольно, классно, прикольно. Ну, до 7, дотяни, пожалуйста, до 7. Молодец, молодец, молодец. Блин, сегодня как-то везет, что ли. Хорошее настроение не покинет больше вас. Ну, как-то странно ходить к психологу, он мне скажет, блин, ложись в больничку, мне придется ложиться в больничку. Это уже к психиатру надо идти, а психиатр это 100% справочка, блин, и меня положат, я не смогу больше с вами общаться и дружить. Может быть, вы меня как-то вытащите своим общением, и я больше не буду стримить казино, но это вряд ли. Посоветуйте хорошего психолога, если есть варик. Может, врач симпатичный будет. А что надо? Врач обязательно должен быть симпатичным. Мне кажется, что врач должен прежде всего... Ух ты! Спасибо. Ну что, я больше не буду покупать бонуску. Не хочу я всирать все. Вот. Врач должен быть компетентный прежде всего. Ставка у меня минимальная. 20, да? 20, по-моему, минималка. Ну ладно. Крутим 20. Знаете, есть такие моменты в жизни, когда не хочется ничего менять. Прикиньте, приходят такие к психологу, а там, короче, врач лысый. Врач лысый, и вы где-то его видели? 100%. 26 копеечек. В плюс вошла на 6 копеечек. Ну, ничего, не знаю, стоит ли покупать какую-то бонуску другую или нет.
Что-то я прям развалилась на столе. Что, может, автоигру поставим? Посмотрим, как оно тут будет. Ну, мы уже ставили автоигру. Может, какой-то другой слот? Или нет? Так, модер у меня спит, что ли? Не хочет со мной общаться, дружить. Тоже, наверное, думает, что мне к психологу пора. А вы верите в гороскопы? Я как обычно, у меня просто один вопрос на повестке дня. Больше как бы других вопросов у меня нет. У одного замечательного человека сейчас увидела в статусе. Цените мать. Ой, классно. Я считаю, что это правильно, родителей нужно уважать. Так, ну что у нас тут? Промики будут еще или нет сегодня? Модер. Модер, уважаемый, прекрасный модер. Пожалуйста, хочется промики. Даже мне уже что-то захотелось. Хочется промики сильно. Люди регистрировались, наверное. Даже если не регистрировались, то неважно. Мы сегодня щедрые. У нас сегодня первый раз, как говорится. Первый раз всегда немножко неприятно, вот как сегодня. Ой. Что у нас тут? Где у нас модер? Надо вызванивать модера. Или не надо? А, все, порядок. Так, модер может... А тут есть, кстати, анимешные какие-нибудь слоты? Вот мне нравится. Я люблю аниме. Вы любите аниме, Токийский гуль? Ставь плюс в комментариях, если любишь. Если любишь аниме. Ой, какой классный промик. Кто же успеет? Кто же успеет? Кто же быстрее всех? Кто же самая быстрая рука на диком твиче? Копируем, ребятки, пока я откручиваю. Кем вы хотели стать в детстве? Модератор Александра, моя уважаемая. Кем ты хотела стать в детстве? Ой, ну что у нас тут уже? Ставка 20, вроде как не повышаем, не понижаем, собственно, а куда еще ниже-то, блин. Вот, что делаем? Идем в другой слот, может быть? Пойдемте в другой слот, наверное. Военным? А почему военным? Так, ладно, я сама тогда выберу, не хотите мне подсказывать, сама выберу тогда. Так, что еще есть? Алибаба. Удача Алибабы. Алибабы. Почему именно военным? Да. Лудоманом теперь жалею. Почему жалеешь? Я вот не жалею. Мне так сказали голоса в голове. Вот какая-то с девушкой кореянкой очень такой прекрасный есть. Слот хороший, мне нравится. А военным в смысле? Военным прокурором, может быть, или кем. Так, Миша ушел гулять с малым. Я уже, короче, испугалась. А, игра недоступна. А я сижу тут, а я сижу, что-то думаю. Класс. Я сижу, что-то думаю, все думаю, я думаю, капец. Сливаю больше, чем позволено. Это типа сейчас камень в мой огород или что? Или как? Так, сейчас я посмотрю, какие тут есть. Какие-то золотые яйца. Ой, не туда нажала, блин. В детстве я не задумывалась
на какой должности хочу, просто военный. А если бы сказали мой туалетик? Ставка 4.20, ору. 30. 30, немного ли это? Ладно, сделаю пару прокрутов, окей. Ну все, если сейчас не даст, уходим тогда. А что тут, игры какие-то есть? Что еще? Видео бинго, видео покер, колесо фортуны. Тут еще и покер есть, еще и рулетки всякие есть. Класс, прям глаза разбегаются. Прям Сочи казино, прям Лас-Вегас какой-то. Вот. Короче говоря, что еще тут есть у нас? Блин, вебка поехала. Ну ладно, не суть. Мы идем, значит, тогда какой-то там дикий дракон. Интересно, загрузится или не загрузится. Есть такая штука, короче, что некоторые слоты работают только с VPN. И не только слоты, а провайдеры, там всякие платформы. Тут я, по-моему, даже VPN не подрубала, кстати. Ставка 2 доллара. 20. Ну что ж, попробуем пару прокрутов сделать. Последний выигрыш. Просто последний выигрыш. Даже ничего просто не сказано даже. Все, я, короче, обиделась на этот слот и иду дальше. Что у нас еще есть? А может, можно что-то написать? Как она называлась? Moon Princess, кажется, да? Ой, неудобная эта клавиатура вообще. Moon Sisters. Moon Sisters. Леди Луна, Саванна. Короче, я не особо понимаю, как тут что искать. Так. Ну, зайдем в ночную леди или какие-то лунные сестры. У меня скрипит стул опять. Звук такой прекрасный. Просто топ. Ставка 5 долларов. Да вы что, с ума сошли? Это очень много. Мы столько не зарабатываем, ребят. Ой, чтобы тут вкидывать такие суммы огромные вообще. Ну, посмотрим. Вот. У меня осталось, кстати, сколько? Ставка 25. Поехали. Что-то я уже прям даже как-то расстроилась. Я как-то, блин, расстроилась. И стульчик скрипит у меня. Музыкальное сопровождение. Меня. Как будто кто-то пердит. Ну да, у тебя бы получилось быть военным, потому что у тебя характер стойкий достаточно, кстати. Вот я возвращаюсь к тому сообщению. О-о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 . Сейчас пойдем к психологу, судя по всему. Прям в неотложке поедем. 15 копеечек. На 15 копеечек ближе. К нашему уважаемому. Сейчас, ребят, надо отойти на 5 сек.
Ой, сейчас будет обзор. Небольшая пауза. Вот у меня тут похавать. Наконец-таки можно, блин. Ладно, поставлю... Нет, не поставлю автоспину, пускай повисит. Или зайду в тот же слот, дающий. Не знаю, какой лучше. Может, кто-то знает, какой лучше. Вот, я хочу сейчас похавать. Блин, капец. Ой, прям райское наслаждение. Все, руки перестали трястись. Класс прямо. Это с чем? Это от природы груша, а это яблоко-банан-творог. Мне такое я не хочу. А ты никогда не хотела быть училкой? Ой, у меня расстегнулась пуговичка. Плохо, 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 плохо. Капец. Нет, мне не нравится. Вообще не нравится. Что еще есть? Ой, не туда, блин, все спалило, спалило, спалило. Ладно, баланс спалило, ничего такого страшного нет. Что еще есть? Что еще есть? Мне так нравится этот слот, который вы скинули. Наверное, я еще его покручу все-таки. Чтобы нас не забанили, чтобы никому не стало нехорошо от этого всего. Задумывалась об этом, но орду детей вряд ли бы смогла усмирить. Так, что у нас тут еще? Сейчас откроем, все откроем. Иду, иду в собаке. Ой, какая классная. Норм сладс. Сладс это сами знаете кто. Да, прикольно. Блин, классно. Так, ставка. Да вы что, с ума посходили? Что такая большая? Так, правила игры. Ой, пипец. Это люди, они специально это сделали, чтобы усмирить мой ум, которого и так не очень много. Типа, купи бонуску. А еще что сделать? Да нет, да ну какая бонуска, мы сейчас все просрём страшно. Давайте хотя бы разок крутанем. Как ставку поменять? Как поменять ставку? Я ничего не могу понять. А, все порядок. Муравью. Чё муравью? Так. Все порядок. Поставили ставку 20 и крутим. Капец. Капец жестко. Это издевательство над ущемлением прав людей и не сильно дальновидных, как я. У тебя есть собачка или кошка? У меня есть две киски. Одна из которых моя личная. Мейн-кун породы. А вы что подумали, извращенцы? Класс, класс. А, у них тут и будка есть. Супер. А у вас есть какие-нибудь домашние животные? Не могу показать, не могу показать, потому что кот не любит фотографироваться. Вот, я могу вам заставку поставить. Могу вам заставку поставить, вы мне говорили, что это плохо, плохо, плохо. Типа, нафиг, типа, ты спрятала? Показывай давай. Пошлый стрим, 13 лет. Никакой он не пошлый, это вы все придумали себе. На самом деле все нормально. Ну что, покупаем бонуску? А как это сделать? 152. 13+. Возрастное ограничение 13+. Как купить бонуску? Расскажи человеку, который второй день сидит в казино. Давай подороже. Ага. Нет, я вам не верю, ребят. Вы мне все врете и пытаетесь меня обмануть. Давайте бесплатные спины. Хорошо, бесплатные спины. Купить бесплатные спины. Все. Окей. Все, погнали. Я увидела. Спасибо. А, кстати, модератор очень любит собак. Я тоже. Символы. О, бесплатное вращение берем, да? Все. А, 15. К
Короче, берем 7 или 15? Что берем? Что берем, 7 или 15? 7 или 15? 7 или 15? Все, 7, берем 7, окей. Все. Выбрали. Мы это сделали, мы смогли. Да я представляю, как такой дяденька пришел с работы, взял пивасик и крутит, сидит в казино с собачками, с милыми. Ну, блин. Блин, одно бесплатное вращение осталось. Что делать? О. Блин. Четко. О, 15, 16. А, ну в прошлый раз было 20. Ну хотя бы 30, дай, пожалуйста. Промики, промики. Модератор, промики хотим. Есть еще промики? Нету? Нету промиков? Есть промики? Пожалуйста, дай. 30 дай, пожалуйста. 28, 88. Ну, почти. Есть по-любому промики. Модератор, кинь, пожалуйста. Кинь промокоды. Окей, вы выиграли. Я знаю. Ну что, покупаем еще бонуску или просто вращаем? Так. Офигенный слот. Ну, да, прикольно в целом. Так, кредит. Кредит. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Промики закончились. Давай вращать. Да собаки редко дают, но если дают, то знатно. Блин, ты меня пугаешь. Неужели ты такой же лудоман, как и я? Неужели это настолько все? Визит в банк. О, ладно. Короче, берем еще бонуску или что делаем? Короче. Ладно, я крутану. Ахаха, да ты чисто мой близнец, то в титьке большие ноги. Давай за $40. Я не буду за $40 крутить. Я вот буду сейчас... Короче, ладно. Мы покупаем автоспины. Что мы делаем? Можете сказать нормально толком? Ну, бери. Ну, что же делать мне? Контент. Контент. $40. Что? Мы берем бонуску или мы просто крутим? Ладно, я пока кручу, пока вы думаете, рожаете. Повысь ставку. До скольки? Все, до 60 повышаю и больше не буду повышать. Все. Ага. Все, бонуску берем. Еще одну. Да, что-то оно нифига не дает. Окей. Вам все видно тут. Тут вроде слот нормальный. Ладно, покупаю бесплатные спины, без проблем. Прикол. Вот, мы в прошлый раз брали 7. Да блин, я не увидела за 40. Все, уже взяла, что взяла. Ну норм. Окей, ну что, берем тогда валящиеся дикие символы 15 бесплатных вращений. Семерку мы уже брали, теперь возьмем вот это.
Ну, все мы уже брали, это же неинтересно. Блин, классная собачка, конечно, пипец. Ой, да. 4 вращения осталось, ну что делать? Ой, всякие любовники написывают. Тут толку нету. Ну а что делать? Ждем теперь. Ой, я тебя тоже люблю. Супер, супер, супер. Вы выиграли целых 90 центов в 15 бесплатных врождениях. Реально, это враждебный слот. Все, я поняла. Так, как купить бонуску за 60? Я типа ничего не знаю, как это сделать. Купить бесплатные спины. По-моему, я что-то делаю не так. А, мне надо повысить ставку? Да, я поняла. Повысить ставку для того, чтобы... Все. Бесплатные спины берем за $60. Короче, беру 7. Все, я больше вас не спрашиваю. Беру 7. Мне это число больше нравится, во всяком случае. Да сейчас почекаем, подождите. Все нормально, все нормально, все хорошо. Взяли 7, все, не переживайте. Так, все, не давите на меня, не давите на меня. Два вилда, да, вообще жесть какая-то. Почему вилда, а не вайлд? Как правильно в английском? Если на 3-4 барабан, то будет. Ну, ждем. Мне тут в Pinterest какое-то уведомление пришло. Вас ждет 82 новых пина. Ребята, вы бухаете? Если бухаете, то не надо. Если на 3 барабан поставят, классно будет. Так. Так, ну что? Last spin. Что делаем? Что делаем? Давайте вы не будете меня вот это вот дразнить. Я понимаю, что не окуп. А что? Да не трожь Собакина в бонусках. Предлагаю на завтра оставить балик. Хорошо. Блин. Ну что, может... Блин, я не хочу бонуску за 40 брать. Я что-то я боюсь так рискнуть. Я так боюсь рискнуть. Давайте, может, бонуску за 20 все-таки возьмем. Ну, за 40, мне кажется, что я вылечу прям вообще пипец. Понимаю, что под конец уже, когда вот этот азарт в голову бьет. Ну, за 20 можешь. За 20 или за 40 все-таки берем? За 20 или за 40? За 20-40. Может, в банансе за 40. Нет, давайте уже все-таки здесь начали. Давайте выкручивать. Ой, а бананза это у нас что? Бананза это... Ой. Ой-ой-ой-ой. Нет, это у нас чертик. Давайте попробуем бананзу. Сейчас я открою ссылку. Так, где у нас бананза? Это вот не она? Сейчас. Где фрукты? Я помню. Нет, это собаки. Это все собаки. Так, я просто хочу ссылку открыть, чтобы быстрее все было. Так.
Может, это? Да, все, это оно. Порядок. Дискорд? У меня нет дискорда здесь. Все, открыто. Че, и покупаем бонуску за 40 в Бананзе? Думаете, нормально будет? А я так что-то вообще такая осторожная прям. Все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ставка. Так, ладно, здесь все понятно. Ставка. Купить функцию. Банан забывает, так же сыпет. Так же норм сыпет. Не знаю. Так что, берем за 40 бонуску в Бананзе? Или за 20? Короче, ладно. Блин, нет, я не могу так. Напишите, пожалуйста, что делать. За 20. Короче, беру за 20. Нет, это слишком много. Много. Все. Купить функцию 20. Ну, типа, мы же не миллионеры какие-то. Все. Вы уверены, что хотите купить? Да, хотим. Угу. 10 бесплатных вращений. Кайф. Вкусно, но грустно, блин. Да, уже целых почти $2 мы с вами нахоботили, дорогие мои друзья. Ой. Да, помянем, действительно помянем. Press F. Сори, не увидел. Бедный муж, по одному символу не хватает, чисто почти каждый спин. Да я уже, знаете ли, даже на это внимание не обращаю практически. Ну ладно, короче, просрали сегодня и так. Порядочно мы с вами. Не хочу больше рисковать, у меня уже ручки трусятся. Закругляться, закругляться. Ты куда? Да все, спать пора, ребят, уже так-то. Или, ну, не хочу я больше, короче, крутить. Мне так грустно. Нет, все. Я сегодня просрала порядочно. Детское время кончилось, да. Чувство, когда тебе 39, и тебе все равно говорят, что ты детским временем живешь. Хорошо. Историю какую-нибудь веселую напоследок. Какую историю веселую напоследок? Про что? Про что историю хотите? Связанную с чем? С казино не расскажу. Зубки почистить и спать. Да можно не чистить. Можно прям в ванну лечь и уснуть. Ой. Про что хотим историю? Про что бабушка вам историю должна рассказать? Колобок повесился. Это не история, это анекдот очень смешной. Я раньше как услышала. Кстати, знаете, если палец показать, можно очень сильно заржать. Вот. Он еще шевелится, так прикольно. Какую вам смешную историю рассказать? Скажите мне какую-нибудь дату рождения человека, допустим, 91-го года, я могу рассчитать дату смерти, если хотите. Блин, знаете, какие музыки слушаешь? Мне нравится все. Мне нравится Сектор Газа, мне нравится A$AP Rocky. Правильно сказала или неправильно сказала? Короче, мне все нравится, все, особенно если хорошее настроение, то прям вообще топ-топов. Реально, сходите вот на Mortal Kombat, и можно не слушать никакие офигенные истории.
Можете просто посмотреть. И все супер. Накрутила Омега онлайн. Что это такое? Что такое Омега онлайн? Спина сутулая на гринче. Ну а что делать? Кому сейчас легко, ребят? Всем грустно. Все сутулятся, все горбатятся от такой тяжелой работы, как стримы и все такое. Так, у нас уже тут начало 10-го вообще-то. И стул еще скрипит. Про стул проскрипучий, не забывайте. Что бы вам такого рассказать? Чисто парень после спокойной ночи малыши взорвался. Как пополнить? Ой... Как пополнить? Сейчас я вам расскажу, как пополнить. Короче, там у вас будет такая штучка ZLB. И вы просто нажимаете «Ввод». Так, вы можете оплатить, я уже что-то засыпаю, вы можете оплатить от косаря с карты, там, короче, все есть. Ой, короче, заходите, и там будет у вас просто ввод. Три буковки ZLV. Битком можно, кстати, тоже оплатить. TRX. В общем, найдете. Все, я пошла спать. Очень поздно уже, 39-летним девочкам пора в кроватку. И всем хорошего вечера. Спасибо, что были со мной на трансляции. Мне еще никогда не было так много. Все. Всем спокойной ночи.